Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Всем привет, ребята. Мы проходим метро 2033 редукс. Гибель напарника, да, была, ну, такая очевидно ожидаемая. Но теперь у нас появился другой, который нам помогал. Его зовут Хан. Какая-то загадочная личность. Давайте узнаем его поближе. Последуем за ним. Эти гребаные пауки, это паутина. Фух, гадость. Не обращайте внимания на мой голос, он вроде подсел, но это потому что приболел уже немного. Ни друзей, ни чудовищ. Даже крыс нет. И музыка такая вообще напряженная. Блин, ну обожаю вообще вот атмосферу метро, вообще офигенно. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Угу. Понятно. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Хорошо, что ты у нас такой особенный, что тебя даже тоннели знают. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Да уже предчувствую. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Как скажешь. Сколько тут мертвецов-то. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Тени. Призраки. Прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Да, без проблем. Много погибших. Очень много. Заброшено это место. Одному было бы здесь действительно жутко и опасно. Так, у нас есть дневник, давайте почитаем. Я привык к опасностям, привык, что человеческая жизнь может оборваться в любой миг. Я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Ходил по руинам города, населенным одними мертвецами. Но все это было реально, постижимо. А то, что происходит вокруг Ханна, находится за гранью моего понимания. Мне неуютно с ним, страшно. С ним мне начинает казаться, что я знаю о мире, о людях, о смерти, о себе самом. Все глупость, все ложь. Мне не на что больше опереться, не на кого положиться, кроме самого Ханна. Еще одного случайного попутчика. Или не случайного. А вот это мы уже узнаем. Мама! Где ты? Мамы тут нет, пацан. Ох! Жутко. Так, тут у нас фонит немного. Нет, тут ничего, кстати. Я... Ладно, приятель. В сторону, Артём. Призрачный поезд. Это так круто. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы.
И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Блин, обалденно. Идем, идем. Замри и смотри вперед. Ого. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Да, вижу. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Да без проблем, хан. Ты знаешь лучше их. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай ла... Жестко. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Да уж. Немного личное. Да. А ты у нас какой-то... Да, они погибали. Я был... единственным выжившим. Да. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Понятно. Загадочно. Не очень увлекательно. Парень, у тебя ничего нет? У него есть патроны, но они мне ни к чему пока что. Дьявол. Что такое? Все нормально. Не боись, хан. Я с тобой. Прикрою. Тайник, да? Судя по всему, да. Что это такое? Почему я у тебя ничего не могу взять? Да потому что у тебя завал. Инвентаре. Ладно. Опа. Смотрите-ка, сейф. Там где сейф, там и ключ. И ты пойдешь туда? А я поищу ключ. Сосредоточься. Сейчас, подожди. Ключ где-то должен быть. Я его по ходу пути что-то не видел. Странно. А где ж он может быть-то? Давайте-ка вернемся. Тут нету. Куда же его запрятали-то? Хотелось бы узнать. Сейчас вернусь назад по-быстренькому. Хочу осмотреться. Да нет тут никого, только крысы. Хотя и крыс даже нет. Я думаю, так далеко не будет.
Значит, наверное, где-то впереди. Ну, давайте. Мабуть, что и найдем. Ну давай. Ай-яй-яй-яй. Паскуды, а? Мрази. Проклятие. Этот несчастный Стургеневский. Кажется, положение там становится все хуже. Да, определенно. Ай-яй-яй-яй. Что-то здесь аж валит по-жестко. Так, что-то я не вижу никакого ключа в упор. Причем. Как-то странно. Идем же. Где же я его мог-то пропустить? Блин. Мрази, а? Фу. Блин, ну если я сюда пройду, то все. Я уже не найду. Давайте-ка я вернусь. Нафиг там. Блин. Приложила хорошо. Почему нету ключа? Я его где-то прозевал. Вот реально. Вот он. Говорю же, прозевал. Нашелся. Таким. Так, теперь надо найти его самого. Вот он. Хорош. Но это ради денег было. Ну и хорошо. 17 денежек нам не помешает. Теперь можно смело идти вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все никак не привыкну, что С это у нас бросок. Ё-моё, давай. Пролазь. Слишком много паутины здесь у нас. Сосредоточься. Пытаюсь. Фильтры? Нет. Ну? На чем сосредоточиться-то? Хан, что ты мне хочешь рассказать здесь? Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Ну да, я слышу какой-то звук. Замри. Прикольно. Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Ну да. Хана мутантом. Страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно.
Тут везде небезопасно, как я заметил. Вообще. Вот здесь была жесткая бойня. Действительно жесткая. Да уж. Сколько трупов. Жестоко растерзанных, причем ноги обглоданы. Так, сейчас будет отстрел. Определенно. Ну ладно. Так, не подпускай их, хан. Чудовище возвращается. Да уже понял. Сдохните, мрази. Нормально, хан не пострадал, это самое главное. Ой, как вас тут много. Не надо вот это вот, вот прыгать вот это. Ага. Да, блядь. Да, блядь. Блин. Хил, блин. Чё-то какая-то жесть. Просто нереальная, причем. Очень много, очень. Мне аптечки дали, это самое главное. Да уж точно. Идут, блин. Фу. По жести вообще их порвало. Вот так оно и происходит. Живой пример. Ну да. Это было действительно круто. Ну и перестрелка это тоже была на уровне. Ну, оторванная рука. Жесть. Да, ну видите сами, очень жесткая игра. Крови. Много. Ладно, двигаемся дальше. Кстати, что у нас здесь? Тайник с деньгами был. Ну хорошо. С меня это так-то неплохой сталкер, да? Похожу, все интересное у нас тут. Да. Ну что ж, хан. О, ты нашел эту. Ты над резину. Mm-hmm. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Записка, кстати, давайте почитаем. Сказать по правде, вначале я принял хана за сумасшедшего, потом испугался его, теперь я им восхищаюсь. Есть в метро вещи, которых обычных человек не может увидеть и не всегда даже может почувствовать, но это не значит, что их не существует. Если бы хан не вел меня через эти странные закоулки метро, не помогал бы мне обходить невидимые препятствия, не пристерег меня от загадочных опасностей, мой путь прервался бы куда раньше. Ничего удивительного, что я поверил ему и что рассказал ему свою историю. У меня ведь столько вопросов, а он, похоже, знает ответы на любой. Ну да. Все может быть. Ладно. Thank you.
Артём, у тебя благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди полюса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Вот именно. Тебе не нужно верить не во что. Хикимора. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Угу. Понятно. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании. В общем, с вами был Кирилл. Увидимся в следующей. Всем пока.